Как начинающей маме мне приходилось покупать массу детских товаров. Теперь у меня двое детей, и вместе с Happy Baby мы поделимся советами, как выбрать только нужное и полезное для ваших деток. Привет, мамочки! Недавно в интернете наткнулась на один очень полезный гаджет – пароварка Blender 2 в 1. Растущему организму очень важно вовремя получать все необходимые витамины и микроэлементы. Поэтому стоит обратить свое внимание на приготовление качественного и вкусного пюре. Итак, приступим? Во-первых, чтобы приготовить вкусное и полезное пюре, фрукты или овощи должны быть свежие, без нитратов. Их нужно промыть несколько раз в горячей воде, а еще лучше окатить кипятком и порезать на мелкие дольки. Не советую использовать мыло, оно плохо смывается и совсем не полезное для организма ребенка. Далее приступаем к процессу приготовления. Наливаем воду в специальное отделение. Включаем режим пароварки. Чтобы не обжечься, используем специальную ложечку из комплекта. Высыпаем фрукты в основной контейнер. Теперь включаем режим блендера. Пюре готово. Пакетики с пюре можно хранить в холодильнике не более 2-3 суток. Их очень удобно брать с собой на прогулку или в путешествие. Они удобны, стерильны и безопасны. Кормить ребенка очень удобно с помощью специальной ложечки. Такая пароварка Blender сэкономит драгоценное время, а главное, ваши детишки будут накормлены вкусным и полезным пюре под личным контролем качества. Поэтому подписывайтесь на наш канал, делитесь обзорами со своими друзьями и подругами, и всем счастливых деток!